Так, готовится. Мастер спорта России. Десятый подход. Десятый. Легко. Давай, мощно. Видишь, какой ты молодец. Вот сейчас только правильное исходное сделал, положение сделал. Резче ноги сокращаем до конца. Вот. Не было работы спиной. Задержись в сети чуть-чуть. Вот, почувствуй, да. Все равно вот так вот садишься. Нужно немножко с наклоном. Говорю же, это упражнение, оно не приближено к классическому. Оно отдельное, само по себе. И здесь не нужно сохранять углы. Это отдельное упражнение со своими углами. Здесь, наоборот, должен быть немножко побольше угол спиной. Вот, накрыв большой. И также надо опускаться. Вот, не так вот опускаемся. Вот. Не так вот мы опускаемся, а вот так вот. Но стоим по-прежнему не на носках, а на полной стопе. В районе, после пояса, штанга идет вдоль туловища. Недалеко от себя, а вдоль. И... Сначала мы сокращаем до конца ноги, а потом работают руки. Вот это важно. Если руки сразу начнут, ну, раньше начнут времени работать, то у нас ноги тогда до конца не сократятся. Давай еще один подход сделаем. Вот, да, вот так. Вперед потащила. Не бросаю вниз. Уступающая работа важна. Вот есть обычная тренировка, да, когда мы просто поднимаем. А есть вот, как я тебе рассказывал, помнишь, уступающая,
уступающий режим работы, и статический. Помнишь, я бы ты делал статическую? И проводили исследования. Была группа обычная, ну, которые по-обычному поднимали, просто поднимали. А другая группа, которая вот включала в свои тренировки статическую тренировку, упражнение и акцент на уступающие движения. Собрались в тяге, в жиме, ну, короче, в силовых таких упражнениях, чтобы было понятно разница. И вот как раз, где были эти упражнения, эта группа, она прибавила больше, чем таких. И вывод, что используя эти упражнения и движения уступающие, выполняешь эту работу, то почему бы чуть-чуть выполнить ее правильно, но зато это будет прирост, реальный прирост твоих результатов. Не надо жрать никакую, ни химию, там, ни колоться, а просто нужно правильно тренироваться. Ты просто придерживаешь, да? Не бросаешь, а считаешь. Ну, конечно, да. То есть негативную фазу используешь для тренировки, да? Да? Не обводи колени. Вот так лучше. Отбиваешь от себя. Вот так лучше, да. За спину него не отводи. Подруги, Егорь, ты ее сюда подводишь, все делаешь хорошо. Скорость есть, но маленький вес, понятно. Но ты когда ее сюда подвел, когда ты делаешь подрыв, ты ее, ну, когда ты сокращаешься, помнишь, я тебе рассказывал, что когда ты сокращаешь ноги и спину, что это движение должно быть не таким, а вот вытягиваешь вверх, вот ты сократил, бжж, понимаешь, вверх, и чтобы штанга у тебя шла не вот так вот, не по дуге, а шла вот, бжж, бух. Вот как тягу делаешь, так же сейчас и рви. Вот, ну правильно же делаешь тягу. Ну, классика немножко по дуге идет. Но все равно уже лучше. Колени обводишь. И когда ты штангу опускаешь, не сачкуй. Ставь ее ногами. Ставь ногами. Вот ты, конечно, не так садишься. Ну, просто небольшой наклончик. И вот так вот садишься. И такое исходное положение принимаешь. Не надо вот так вот садиться, обводить колени, чтобы ты сидел прямо, а штанга была у тебя вот тут. Под коленями. Плохо, Володь, дыхание у тебя прям сбито и все. Смотри, ты это тягу можно делать, да? На одном дыхании. Вот. Ты делаешь и дышишь, потому что у тебя тут есть периоды, когда штанга как бы в таком в зависшем состоянии находится. Ты можешь там выдохнуть, вдохнуть. А тут у тебя получается все время идет нагрузка, и ты постоянно
Ну, без отдыха ее поднимаешь. Вот ты тягу делаешь, вот. Сделал ты тягу. Потому что вдох у нас идет как раз, когда ты штангу ловишь, ты вдохнул. Опускай на землю. Обводишь колени. На помост надо. Опускай ты на помост, принимай исходное положение. Ты когда делаешь тягу, ты обводишь, неправильно опускаешь на помост. Ты обводишь ноги. И еще не коснувшись помоста, ты делаешь подъем. То есть получается, ты неправильно опускаешь штангу и тут же неправильно начинаешь поднимать. Тяга, она, понимаешь, ты в тяге, вот здесь вот в тяге, ты должен повторять. Повторять полностью, как вот ты делаешь его классически. Те же самые углы, все должен повторять. А не просто потренировать, загрузить ноги. Загрузить ноги мы бы тогда сделали приседание. Ты бы приседал бы, разворачивался, делал бы тогда рывок, если мы хотели тебе закачать ноги. А здесь, ну, понимаешь, ты полностью повторяешь все движения. Наклон спины, ноги. Вот, повторил, ты все правильно сделал. А потом уже поднимаешь все. Вот. Единственный раз подход, когда ты делаешь правильно. Пободрее до колен. Терпи, тащи ее. Вот. Поднял хорошо, но... Поднял визуально легче, чем в первый раз, но вперед потащил. Также рывок. Вот до колен у тебя медленнее стало, медленнее, чем в тяге.